Всем привет! Представляю вашему вниманию станок для холодной ковки, для гибких торсионов или скрутки корзинок. Ну, вот часть ручки, то есть силовая, так сказать. Здесь 76-я труба, в ней два подшипника 206-х. Вот этот вот профиль на сельскохозяйственных машин, он толстый, видно, мощный. Так, сюда вставляются такие муфты, то есть для удержания квадрата. 10-й квадрат сделаны. То есть вот так они вставляются. И затягиваются с двух сторон болтами. Понятно. Так, дальше. Ну, здесь то же самое. Тоже вот на квадрат. Так, тут уже не профиль, а сваренный. Тоже затягивается. Так, это профиль, его длина примерно около 65 сантиметров, то есть гнет 10-й квадрат свободно, без нагрева, скручивает корзинки из 6-й проволоки, тоже гнет. Но видео работы будет потом, так его проверяли, но не удалось заснять. Также вот эта часть подвижная, то есть можно поставить любую длину, скрутить. Полметра сгибает хорошо, длина позволяет согнуть.